Всем привет! С вами снова Александр, и сегодня я вам расскажу о очень классной коляске от компании Moon. Это новая моделька, она у них называется Resia S. Это полноразмерная, но легкая, маневренная и, замечу, очень качественная коляска. Вообще у бренда Moon с качеством все в порядке, это я так просто от себя. Давайте немножечко в начале технические характеристики вам расскажу, чтобы меньше было вопросов. Так, она достаточно легкая, она с люлькой, вот в таком виде, весит 12,3 килограмма, с прогулочным блоком она весит 11,9, это вес обычной книжки с надувными колесами, а у вас тут, прошу заметить, еще и реверсивный блок будет вдобавок. Вот. Ширина шасси 57 сантиметров, поэтому вы не будете ограничены, там, вы в любой лифт сможете зайти. И в прогулочном блоке она выдерживает 22 килограмма ребенка. Это тоже очень круто. Обычно это бывает 15 килограмм. Вот, собственно, такие самые важные технические характеристики я озвучил. Теперь давайте изучим ее. Начнем с люльки, естественно. Дальше пойдем, как говорится, дальше. Люлька. Что из себя представляет люлька? Она полноразмерная, большая, глубокая, длинная. Все технические характеристики я добавлю ссылку на магазин «Первая коляска» в описании. По этой ссылке пройдете, и все характеристики там есть. Миллиметры, сантиметры, все там можно ознакомиться. Если понравится обзор, можете там же заказать, день-день вам привезут. Так, козырек. Козырек у нас действительно здесь заслуживает внимания, потому что он большой. Сейчас он вроде бы как стандартный, но одним движением он превращается в большой. Действительно большой глубокий козырек. Зимой и летом от солнца, если повезет, и солнце у нас в Питере будет, можно будет закрывать. Также есть вот такая вот возможность у нас откинуть материал, освободить доступ для сеточки и тем самым проветривать летом ребеночку, чтобы он там меньше ему было жарко. Соответственно, козырек огонь. Вот эту дополнительную секцию, если что, можно убирать внутрь или вообще отстегнуть. Это как бы по на ваше усмотрение. Так, что касается вот этой накидочки, здесь у нас есть бортик, сами видите. Зимой, если вдруг будете ей пользоваться, это очень актуально. Сам бортик у нас здесь пристегивается к люльке замочком. Вот как внутри выглядит люлька. Она очень качественно обита, все супер. Но самое, что интересно, здесь матрасик. Наверное, один из лучших матрасиков, которые я видел в детских колясках. Это ортопедический, очень полезный для ребенка матрасик. Он очень мягкий, очень приятный. Он сейчас в пакетике, но я уже эту коляску, ну, такую, точнее говоря, щупал. Матрасик без пакета, соответственно, он кайфовый. Это реально, его бы отдельно покупать, и продавали бы они, и в другие коляски можно ставить. В общем, матрасик здесь один из лучших, что я видел. Прям просто огонь. Так, что касается матрасика. Вы все поняли. Так, по люльке особо много здесь не расскажешь. Нормальная, хорошая, добротная люлька, вместительная. Я думаю, будет радовать вас и вашего карапузика точно. Соответственно, убираем. Люлечка у нас снимается простым движением. Здесь у нас есть ножки, чтобы она не пачкалась, когда вы ее ставите на землю. В общем, здесь все огонь. Люлька у нас ставится на проставки вот такие вот. Благодаря им она еще выше стандартных люлек, то бишь высоким людям очень удобно будет пользоваться ей. Эти адаптеры идут в комплекте, поэтому она и выше. А прогулочный блок ставится уже без этих адаптеров и становится чуть ниже. И тем самым ребенку подросшему будет легче взбираться на колясочку. Собственно, сам прогулочный блок, вот он. Он тоже большой, полноразмерный. Здесь жесткая, высокая спинка. Ну, конечно, здесь не 90 градусов, но спинка назад не сильно завалена, поэтому хорошо. Так, что касается безопасности. Пятиточные ремни, мягенькие накладочки везде. Вот такая перемычка, чтобы ребенка можно было иногда не пристегивать или вообще не пристегивать. Он не проскользнет и не выпадет. Все хорошо. Бампер, который можно откинуть как калиточка и посадить ребенка. Все в эко-коже, и ручка, и бампер. Это хорошо, потому что легко протереть спиртовой салфеточкой, продезинфицировать. В общем, губку так
Ну, так не сделать на губке. Соответственно, подножка тоже у нас регулируется. Здесь у нас есть ступенька, чтобы ребенок мог спокойно взбираться. Все, огонь. Соответственно, козырек. Сейчас уже раскрыта дополнительная секция. В дополнительной секции у нас здесь есть смотровое окошечко за ребенком. Единственное, оно ничем дополнительно сверху не прикрывает. Ну, не знаю, ничего страшного. Сейчас я посмотрю комплектацию. Дождевик идет в комплекте, поэтому ничего страшного, что она не закрывается. В дождь вы в любом случае будете пользоваться дождевиком. Поэтому я это не считаю минусом. Такая особенность. Так, опускается до 170 градусов. У нас получается прогулочный блок. И ребенок может спокойно себе спать. Напомню, он реверсивный склад. Можно устанавливать и по ходу, и против хода движения. Кстати, она складывается с прогулочным блоком и по ходу движения, и против хода движения. Это большая редкость на самом деле. А давайте я вам сразу это и покажу. Соответственно, что нам нужно для этого? Вот так вот сделали. Запоминаем. Здесь у нас есть ручка. Так, с этой стороны даже лучше сделать. Вот так вот. Ручка с кнопочкой. Хватаемся. Опля. Так, я немножко сделал неправильно. Давайте сделаем это правильно. Вот так вот это все делается. Вот, собственно, теперь вы видите, опускаем, задвигаем, точнее говоря, ручку, и колясочка у нас складывается вместе с реверсивным блоком. Единственное, вот я видели, да, неправильно, не дожал его до конца. Имейте в виду, иногда эту ошибку допускают и те, кто приобретают, и звонят, и говорят, а что-то у нас не получается. Вот я вам продемонстрировал, как это может не получиться. Соответственно, это ерунда все. Раз-два сделали и уже поняли, как это работает. Соответственно, вот что у нас из себя представляет прогулочный блок. Ну и по ходу, и против хода можно складывать. Запоминаем. Вот, по блоку добавить нечего. Нормальный полноценный блок, все окей. Дальше давайте с вами посмотрим, что из себя представляет рама. Ручка. Ручка у нас телескопическая, регулируется у нас, видите, в каком диапазоне. Диапазон достаточно большой, поэтому что очень высокие, что очень невысокие родители смогут подобрать вот в самом низу высоту ручки для себя. Поэтому тоже плюсик. Соответственно, что касается качества сборки, я вначале сказал Moon. Качество, это знаете, как одно без другого быть не может. Соответственно, по сборке у меня вообще претензий нет. Багажник у нас хороший доступ спереди, сбоку не подлезть. Сзади они тоже интересный момент придумали, чтобы подобраться сзади, можно крышечку откинуть и что-то мелкое туда еще закинуть. Кстати, что касается тормоза, он у нас вот такой. Снизу нужно его чуть-чуть подпнуть, чтобы он разблокировался. Колеса у нас резиновые, они не надувные. Амортизация у нас есть на коляске спереди и сзади. Причем нормальная такая, не сильно зажатая амортизация, поэтому все отлично. Соответственно, передние колеса у нас блокируются для преодоления какой-нибудь лютого бездорожья. Вот. Ну, она, в принципе, как внедорожник тоже хороша. Видите, большие колеса и спереди, и сзади, и вообще отлично едет. И когда ее катаешь, ощущение такой добротной вещи получается. Ну, оно такое и является на самом деле. Так, что я еще вам не рассказал? В принципе, все, что хотел рассказать, рассказал, подытожу. Я рассказываю о ней как человек, которому бренд Moon нравится. И нравится он мне не просто так. Они мне ничего не заносили, чтобы я вам так говорил. Они просто действительно делают свои коляски качественными за абсолютно адекватную стоимость. Вот если по рынку посмотреть немцев и попытаться уложиться, купить хорошую коляску плюс-минус там 50 тысяч рублей, имейте в виду, какой сейчас курс, там дату, когда будете смотреть ролик, чтобы вы понимали, что цены меняются, по ссылке снизу пройдете, актуальную цену посмотрите,
то вот в эти деньги она дает максимум, прям под потолок. Очень качественные коляски, материалы они используют очень качественные, причем всегда. У них к материалам претензий нет. Они приятные тактильно, износостойкие и выглядят хорошо. Поэтому все окей, не ломаются. Ощущения создают как хорошие добротные вещи при хорошей цене. Поэтому как вот не рекомендовать? Я вот смело ее рекомендую. Кто еще вообще с Муном не знаком брендом, приходите в первую коляску. Все здесь ребята покажут, расскажут, и вы убедитесь в моих словах. Соответственно, если обзор вам был полезен и интересен, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. И большое спасибо первой коляске за предоставленную коляску Moonrace CIS на обзор. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора коляски для вашего ребенка. И всего доброго!